Но есть, наверное, тонкая грань, предел, что когда очень что-то глубоко, глубоко встречается, чувствовать, то слова совершенно уходят куда-то. И очень трудно сказать. Но, конечно, одним словом, я очень счастлив, что оказался в среде художников. И счастлив, что счастлив именно оказаться в среде художников и оказаться в среде художников в действии. То есть и самому работать от всего сердца. Спасибо. Спасибо.